Пентос сразу зачесался. Что за такой эффект странный? Нос начинает чесаться, когда выхожу в эфир. Всем привет. Всем прекрасного вечера понедельника. Привет, Алексей Зайцев и все вновь присоединившиеся к моему горячему долгожданному эфирчику. Александр спрашивает у меня Кострин. Надеюсь, ударение правильно поставила. Анюта, привет, как дела твои, чем занимаешься? Как мои дела? Замечательно. Чем я занимаюсь? Сижу в эфире. Вышла в эфир с вами поболтать. Это нервы, пишет Роман. Фамилию не буду произносить, потому что боюсь неправильно назову. И вообще, наверное, вот эту историю с названием фамилии я, наверное, прикрою, потому что, мало ли, может быть, кто-то не хочет, чтобы я озвучивала именно фамилию в эфире. Мало ли что. Нервы. Кстати, я не нервничаю. Вот вести эфиры мне вообще не нервно. Лишь зевать начала. Скорее нервно их не вести. Спасибо, Алексей Зайцев, за комплимент. Красивый декольте. Виль, добрый вечер. Да, я тебя помню с прошлого эфира. Ты в прошлый эфир интересовался по поводу... По поводу моей крейзи группы. Вот. И не написал мне, кстати, по-моему. Вот. Ну и всем, кому интересна моя крейзи группа, пишите, я расскажу, как туда попасть. Вот. Класс, то, что я ударение правильно поставила, Александр. Это классно. Я молодец. Как проходит ваш вечер? Вечер, получается, у нас сегодня вечер понедельника, начало недели. Как проходит? Виль пишет, что я хорошая девочка. Ну, местами. Я не везде хорошая девочка. Вот, например, на моем бусте, после просмотра моего бусти, ссылочка на него сверху будет. После эфира закреплена будет на стене. Там я очень плохая девочка. Прям отвратительно хотел сказать. Нет, нет, просто плохая девочка. Если вы подпишетесь на мой бусти, то вы все убедитесь в этом, в том, что я очень плохая девочка. Так. Александр пишет, что я могу его просто называть Саша, и все. Хорошо. Хорошо, спасибо, буду тебя называть просто. А, наговариваешь? Ну нет, не наговариваю. Ну, у нас отвратительно, конечно, я погорячилась, но то, что я плохая девочка на бусте, это правда. Все, кто там был, туда возвращались именно по этой причине, потому что я очень плохая девочка. Сегодня, знаете, я как пенсионер сейчас буду говорить, у меня сегодня какое-то было такое жуткое давление, что ли, я не знаю, что это, и вот до сих пор желание спать. Конечно, все дела, которые могла, переделала, но жуткое желание спать меня не покидает, особенно после того, как сейчас вышла в эфир, оно еще больше. Но когда я ложусь и просто лежу, потолок смотрю, грубо говоря,
У меня желание спать уходит. У вас как сегодня вот состояние? Мне сегодня еще мой друг звонил, такой типа: Аня, короче, мне херово, пипец. Думаю, на диету сесть. Я говорю: друг, ты чё, с ума сошёл? Какая тебе диета? Жри, чё хочешь. У тебя все хорошо. Мария зашла в мой эфир. Привет, Мария. Всем привет, кто только присоединился в мой эфир. Я вам всем напоминаю, что есть у меня Boosty канал. Ссылочка на него сверху закреплена. Я вас всех там жду. Нифига себе. О, это историческое время, господи. Охренеть. Знаете, о чем мне сейчас написал Виль? О чем я даже сама забыла. Он написал мне про времена карантина. Самого первого карантина, который я провела в деревне. Так вот, что он пишет. Я помню, даже твое где-то в поле молоко обливаешься. Блин, да, это было шедевральное видео. К сожалению, оно не сходит. Вот говорят, типа, то, что вышло в интернет, то, короче, вы потом не сходите. Не знаю, я вот выкладываю, у меня ощущение, что кто-то просто берет и чистит всю информацию, которую я выкладываю. И то самое знаменитое мое обливание молоком я уже даже сама забыла, потому что когда-то давно кто-то почистил очень много моих фото и видео. Ну что? Виль постоянно следит за мной и пишет, что я ему нравлюсь. Виль, а ты мне скажи, как ты меня нашел? Ведь обливание молоком было не на этой странице ВКонтакте, а на другой, которая уже, к сожалению, и там было очень много подписчиков. Если бы у меня ее не забрали и не удалили все материалы, которые там, я думаю, сейчас бы было бы очень много вас, смотрящих на меня. Вот, мне интересно, как те подписчики, которые были на старой страничке, видят меня в новой, потому что, ну, тяжело найти там, у меня отличается. Ну, не все меня, наверное, могут найти, те, кто был на старой моей. Я думала, уже этих подписчиков нету на старой странице. Все забыли про меня. Ну, хотя бы ты есть, Виль. А есть еще Морик, и еще кто-то есть. Всем привет! Как проходит ваш понедельник, друзья? Расскажите.
Ну что, вы на меня смотрите? Видите все мои видео? Ну ничего, не волнуйся, Виль. Я здоровье поправлю. Будет еще больше новых видео и фото. Я гарантирую. Вот. А я, кстати, думала к 30 годам снять какие-то и буду сам человеком. Думала, сделаю себе такой подарок. Но дыра скоро, а я, к сожалению, не знаю, как я их сниму. Короче, мои... Короче, да, расскажи о своих планах. Смешить всех, да? Так что придется... Не знаю, сколько. Ну, просто от того, когда я сниму брекеты, тогда мое здоровье, скорее всего, и наладится. Я надеюсь, по крайней мере, лучше. Алексей Зайцев пишет: Аня, у тебя красивые груди. Спасибо большое, мне очень-очень-очень-очень приятно это Виль пишет: Аня, у тебя все красиво. Все абсолютно. Да, я с вами соглашусь, не буду этого отрицать. Друзья, ну что, еще раз напомню вам, что есть мой блог, на него сверху вы можете подписаться. Сижу. Минут 5 на вас посмотрю, если никто мне не задаст никакой вопрос, не мотивирует меня никак, чтобы я осталась в эфире еще, то я пойду. Пойду валяться, смотреть какой-нибудь. Вот я пока смотрю «Король и Шут», кстати. Сериал «Король и Шут» смотрю. О, сама подняла тему. Кстати, сериал «Король и Шут», как вам понравилось? Или нет? Не, интересное мнение. Сейчас активно идут разговоры, разборки на тему этого сериала и вообще. Я для себя эту группу открыла только в этом году. Ну, я, то есть, знала о их существовании, была даже до нашествия и все в этом роде. Вот, но не понимала этой музыки. Алексей Зайцев, напиши личные сообщения. Я тебе расскажу, как попасть в мою crazy группу. Вот. Или есть Boosty. На него сверху будет под этим, над этим видео, над этим эфиром. Над этим эфиром будет ссылка на Boosty. Ну или также можно личные сообщения. И я вам расскажу, как попасть в мою crazy группу. Как вам сериал «Король и Шут»? Кто еще смотрел? И вот я эту группу открыла для себя, ну вот, несколько месяцев назад, наверное, как сериал начали выпускать. Песни такие, я даже под нее станцевала и свою украинскую группу, между прочим. Поэтому, кто хочет посмотреть видео, как я танцую, вот такую музыку пишите. Я это расскажу, как попасть.
Саша пишет, вот, Жанюс Серебряков смотрел группу Король и Шут, я знаю, с 1998 года. На момент 1998 года. Кстати, да, 5 лет мне было. Прикольно. Я была совсем малышка. Взрослая дама. Хотя в душе я еще. Ну так что, друзья? Саша вот выразил свое мнение, а все выставили. Вот. Еще 3 минуты, и я ухожу. Если вы не будете мне писать. Начала вам угрожать. Потому что у меня глаза скатываются в кучу опять. Глаза в кучу. А, да, я вижу. Танцевальный перед уроком. Связь нормальная, да? А то я что-то сижу, болтаю, вдруг связь не очень. 2 минуты я выхожу, если вы не понимаете ничего, что я сама спать хочу, у меня нет сил о чем-то говорить. Вот что пишет, спрашивает, а ты группу «Сектор Газа», один из известных их хитов, «Туман», недавно Воронежский академический оркестр сделал. То, что делал академический Воронежский оркестр, к сожалению, не слышала, но группу «Сектор Газа» я слышала. Я танцевала, я уже рассказывала в предыдущем эфире об этом. Ну, не под саму, а другая группа. В тот момент она называла «Мёртвый месяц». Я не знаю, она существует или нет. И они пели песню... Блин, какую-то... А, возьми. По-моему, так. «Ветер, пепел». Что-то там швырнул мне. И обугленный фильтр. Оставил что-то там. Блин, послушайте эту песню. Стыдно, короче, что я не помню классику «Сектора Газа». И перетанцевать под эту песню, кстати говоря, мне нужно. Спасибо, что подал мне идею. Обязательно станцую.
Всем желаю хорошего понедельника. И чтобы ваша неделя прошла. Кстати говоря, да, Саш, ты вот написал, что любишь песню 30 лет. У меня скоро 30 лет исполняется. И надо мне под нее, видимо, станцевать. Кстати говоря, для тех, кто для самых преданных своих поклонников сделала объявление песню 30 лет, сектор газа, песню. Это значит, что у меня случился день рождения. Вот. Поэтому, когда вы увидите видео, 30 лет. Именно в этот день. Я просто убрала ВКонтакте оповещение своего настоящего дня рождения, потому что слишком много поздравлений от тех, кто не особо внимателен ко мне, поэтому хочется только от самых близких слышать поздравления или от самых внимательных своих друзей. Поздравление на ДР. Хорошо, Саша, буду ждать. Постараюсь к своему снять все-таки видео хорошее. Здесь посмотрели. Вот, ну все, я все собираюсь уходить и все никак не уйду. Вот. Короче, всех до новых встреч. А, блин. Ну да, тут грех мне чуть-чуть не задержаться. Сегодня присылал аудиозапись, в которой он говорит, что я ему напоминаю Мадонну.